А я вот взяла только устную тему, как сегодня актуализируется камень в формировании и исторического сознания, и в формировании идентичности. Я постараюсь посмотреть только со стороны фольклориста, но если сравним мой материал с традиционной культурой, с этим старым слоем, так в связи не так и можно. И мой выбранный аспект — это именно какой предлог был взят для актуализации камня сегодня. В Литве, как и в соседних странах, сегодня наблюдаем разнообразные тенденции возобновления культурного ландшафта, одним из примечательных объектов которого стали и камни. В одних случаях в ландшафт компонируются единичные камни, в других организуются новые природно-культурные пространства, в которых каменные скопления ставятся в связь с новым культурным, мифологическим, историческим содержанием. В докладе и попытаюсь выявить историко-культурные особенности одной из таких территорий, а также представить несколько тенденций мифологизации, мистификации каменных скоплений и отдельных валунов, лежащих на этой территории. В начале 21 века в западной части Литвы, в Жемайтии, был создан так называемый этномифологический комплекс Лобичу. А все началось с того, что ландшафт селения, сегодня имеющего чуть больше 100 жителей и до этого ничем не прославленного, малоприветного, была вписана история языческой Жемайтии. Следует заметить, что в это время вообще выявились тенденции актуализировать Жемайтию как самостоятельный регион, политический, культурный, религиозный. Представительные фигуры жемайтской истории, объединяющие этническое сообщество, стал средневековый князь Викентес, упомянут в Ипатьевской летописи. Кстати, это единственное его упоминание в исторических источниках. И до этого он был мало кому слышен и вообще малоизвестная фигура в литовской истории Средневековья. И, например, вот ни в учебниках знаний о нем не было. В летописи есть сведения и о замке Викентеса Твиреми, локализация которого остается проблематической, поэтому выгодной для исторических манипуляций. В обсуждаемом случае в летописи упомянут замок Твиремедь был соотнесен с небольшим жемайтским поселком Твярой, который сегодня уже отождествляется со старинной столицей Жемайтии. Всего лишь за несколько километров от этого поселка находится и вышеупомянутая деревня Лопичей, в окрестностях которой и возвышается городище, на котором якобы и стоял в исторических источниках XIII века упоминаемый замок. Но спустя несколько лет после создания вот этой исторической легенды о князе Викентесе и вписании ее в ландшафт, неожиданно было привлечено внимание и к холму с каменными скоплениями, который прилегает к этому городищу.
и политиканствующими, здесь уже сказала бы, любителями древнежамайцкой старины, была выдвинута гипотеза о существовании тут древнежамайцкого святилища. Идея святилища, по всей видимости, была позаимствована у латышей. Следует отметить, что в Латвии еще в последнем десятилетии 20 века было привлечено внимание к лесному массиву Покайни, имеющему тоже множество скоплений камней, которых насчитывается около 2000. Которые вот и стали поводом выдвинуть и осуществить гипотезу о существовании тут мирового масштаба древнебалтийского святилища. А вот в жамайцком случае подчеркивается, что это древнежамайцкое святилище. Вот таким образом, кстати, не прислушиваясь к мнению историков и археологов, был создан мифоритуальный комплекс Лопичу, связывающий историю и языческую культуру. Игнорировалось не только мнение историков или археологов, но и недавнее прошлое, которое еще помнят местные жители старшего поколения, рассказывающие, как во времена колхозов собирали камни с полей и валили на этом холму. Не случайно и в Жамайти, и Латвии такие чрезвычайно современные формы ландшафтной культуры создавались на основе исторической и культурной памяти, так как и в одном, и в другом случае внимание в первую очередь концентрировалось на пробуждение этнического самосознания. И после разрушения Советского Союза надо было переосмыслить многое. И думаю, вот что эти святилища, появление этих святилищ и связано с этим. Этномифологический комплекс Лопичах как бы символизировал военную и духовную силу Жамайтии как самостоятельного региона, имевшего свои политические и религиозные центры. И так Жамайтия противопоставлялась остальной части Литвы. А опираясь на гипотезы о древнебалтийском святилище в священном лесу Покайне и якобы особой энергии этого мифоритуального пространства, обосновывалась идея Латвии как старинной цивилизации. И еще хочу обратить внимание, что не случайно вот в жамайцком случае больше выявилось и акцентировался исторический, а в латышском случае культурный аспект, так как в историческом прошлом латышей не было своеобразного золотого века, каким для литовцев стали времена Великого княжества Литовского, это 13-14 век, когда было создано могущественное государство. Зная, что в традиции святилищ камнем и с ним связанным мифом и ритуалом достало существенное значение, не кажется случайным, что именно камни дали предлог в ландшафте сформировать новые историко-архитектурные комплексы, такие как святилища, своими корнями уходящие в далекое языческое прошлое. С другой стороны, идея святилища создателями этой новой культурной традиции уже с самого начала обосновывалась не только аргументами о материальном наследии, то есть о сохранившееся как бы это наследие, сохранившееся каменное наследие и знаниями о древнебалтийских святилищах или камнях как культовых объектов, но и теориями о сильном энергетическом поле местности. И именно эти теории способствовали тому,
что главной идеей, сосредоточенной на пробуждении этнического самосознания, очень легко примкнулся и прагматический аспект, который затмил историческую информацию. И если вот говорить о жамайцком случае, вряд ли такая культурная универсалия, как городище, пусть и напоминающая времена создания литовского государства, получила известность и притягательность этого якобы известность и притягательность, если не якобы сакральные и чудодейственные объекты во мнимой древнебалтийском духовном центре, находящиеся чудесами прославляющиеся камни и родник. Забыла показать это городище, на котором якобы стоял этот в летописи упомянут замок Твиремедь, но вот по мнению археологов, сколько я консультировалась, что он слишком малый для такого замка, на котором бы мог стоять замок. Но это мнение археологов, сколько. Создателями святилищ распространялись слухи о целительной мощности в этих местностях излучаемой энергии, которая также усиливает ясновидение и биоэнергическую мощность человека. Кстати, в Литве имеем и больше примеров, когда особенностью таких новосоздаваемых ландшафтных объектов, взаимосвязанных как с языческой, так и с христианской культурой, является именно энергетика места, которые положительно действуют и на душу, и на тело, или и на спокойствие духа, и на здоровье тела. Следовательно, умозрительные и подчас сомнительные теории стали реальностью для разных социальных групп. Чрезвычайная энергия местности привлекает людей эзотерических увлечений. Предполагаемая связь с языческой культурой неоязычников, которые, кстати, по словам директора туристического центра в Тверах, не только приходят к камням, как к древнему языческому святилищу, но и проводят в Лопичах языческих ритуалов. Но вот такого материала у меня нету. И директор центра рассказывала, что ее однажды пригласили на эти ритуалы, но она об этом говорить не хотела. Но, наверное, самая многочисленная группа — это люди, которые приходят к камням со своими проблемами, болезнями, желаниями, так как посетителей манит разными функциями камней, которые наряду с родником стали наиболее мистифицированными и в то же время чтимыми объектами святилища. Некоторым камням, как и в лесу покойни, лежащим валунам, это тоже может быть влияние латышской традиции, были даны имена, отражающие свойства, которыми они якобы обладают. Не перечисляя имена камней или каменных сооружений, обращу внимание вот только на некоторые. Например, у одного каменного сооружения, названного дольменом, каменным столом, якобы можно набраться сил и почерпнуть мудрость, ибо здесь был похоронен верховный жрец. Но тогда возникает вопрос, а где были похоронены другие верховные жрецы? Другие же утверждают, что мнимый жамайцкий дольмен, как и дольмены вообще, маркировал энергетически самое сильное место святилища. В дискуссиях археологов и историков
Идея дольмена опровергалась, но создатели этой новой, этого нового святилища на это мнение не обращали внимания. Вот, например, есть камень желаний, к которому приходят, чтобы загадать самые разные желания, а чтобы они сбылись, камню приносят и свои камушки. Камень — это еще камень желаний. Вот. Камень, в котором создатели усмотрели форму мужского фаллоса, назвали камнем плодовитости. У этого камня молятся женщины, которые не могут забеременеть. Распространяются легенды, что даже бесплодные женщины, посидев на этом камне и помолившись, могут родить ребенка. Камень плодовитости — это один из камней в Лобычах, привлекших к себе наибольшее внимание и местных жителей, и посетителей. Но если первые подсмеиваются над такими вымыслами и рассказывают анекдотические истории, то среди посетителей распространяются истории людей, которые якобы испытали это чудо. Появился и целительный камень. Камень с таким именем, кстати, лежит и в лесу Покойни. Хотя создатели этой новой культурной традиции задумали не традиционный способ целительства, то есть не лечить не каменный сколоп, мох с мхом проросшего камня или, например, в углублениях почитаемых камней скопившаяся вода, как было установлено традицией, а через камень или камни излучаемая энергия. Если верить и слухам и рассказам о личном опыте, то лобычи помогают при любой болезни. В одних случаях посетители этномифологического комплекса лобычу подчиняются преобладающим тенденциям, связанным с идеями создателей святилища, то есть, чтобы получить исцеление, люди просто приезжают и гуляют, другие стараются коснуться целительного камня или камней вообще, побыть возле них, так как здесь якобы очень сильное энергетическое поле. Третьи убеждены в целительные силы воды без текущего родника. И целительные функции родника подкрепляются разными легендами. Вот якобы здесь стекаются 9 или 12 родников, и потому эта вода особенная. В других случаях посетители все-таки опираются на традиционную культуру и личный опыт. Культурный, религиозный опыт сюда приезжающих людей, вероятно, играл важную роль в формировании верований, ритуалов, обрядовых действий, связанных с якобы магической силой, обладающими камнями, также с родником. Этим отчасти, наверное, можно объяснить и разнообразие в качестве благодарности или задаривания приносимых жертв. Хотя иногда вот уже это не воспринимается, то, что люди приносят, не воспринимается как жертвоприношение. И свое поведение они объясняют тем, что все так поступают, поступаю и я. По словам директора туристического центра, гуляя по обсуждаемым местам, она у камней или у родника находит и иконы, и четки, и картины католических святых, и ангелочки, и цветы, и ленточки, и деньги. Кстати, вот была фотография долмена, и в курсе тоже говорила о жертвоприношениях, так и здесь была видна груша и яблоко оставлено, не знаю. Можно бы было усмотреть, увидеть, но вот там жертвоприношение к
оставлены на камне. Предпосылку о переплетении разных культурных опытов Лобыча я проиллюстрирую на примерах, связанных вот с этим камнем плодовитости. Чаще всего молодые женщины, как уже говорили, желая забеременеть, просто сидят на камне. В этом случае камень наделяется вторичной способностью мегалитических памятников приносить плодовитость людям, как и исцелять болезни. И этой способностью мегалитических памятников сегодняшние якобы культовые объекты наделяются не так и редко. И сколько мне известно, вот такой камень, например, есть известный и Девий камень в Коломенском, ныне на территории Москвы, если я правильно к которому тоже приходят женщины, желающие исцелиться от тяжелой болезни или забеременеть. И считается, что для этого нужно посидеть на камне. Но такая относительно недавно возникшая традиция находится в более сложных отношениях с литовской традиционной культурой или вовсе с ней не связаны, вернее. Так как сидение на камне, как видно из художественных обобщений в фольклорных текстах, имеет совсем иной смысл. Сидение на камне связывается с пограничными ситуациями жизни человека. Но об этом, сколько мне известно, должна говорить моя коллега, и она это проиллюстрирует, надеюсь, и на примерах. Придется теперь. А вот в Восточной Литве, я вот теперь говорю о западной части Литвы, в Восточной Литве, правда, имеется несколько камней с именем Мокас. Мокай — это семья живых камней, которые влияли на здоровье и плодовитость людей. К ним тоже приходили женщины, желающие забеременеть. Женщины молились у этих камней, оставляли на таком камне жертвоприношения, которые якобы забирала хорошая богиня, или на таком камне на ночь оставляли свою рубашку. Но в этих источниках нету никаких упоминаний, чтобы за помощью камня приходящие люди на них сидели. И еще один аспект, момент. Вот если говорить о традиции в Восточной Литве, так это были исключительно женские обряды. А в Лобичах чаще всего сколько нашла материала, то, наверное, чаще всего приезжают парами. И возвращаясь к камню плодовитости в Лобичах, надо сказать, что сидение на камне — наиболее распространенная, преобладающая тенденция. Однако человек с другим каменным опытом не обязательно перенимает преобладающие новые тенденции. Надеясь решить ту же самую проблему бесплодия, применяются и свой культурный опыт. И примером может быть история одной женщины. Когда врачи ее дочери сказали, что у нее нет никакой надежды забеременеть и иметь детей, эта женщина, не ее дочь, приехала в Лобичи к этому камню плодовитости и, как она сама рассказывала, долго-долго молилась у него. Кстати, я не сама общалась с этой женщиной, ее историю мне пересказали, но когда ее встретили спустя несколько лет в Лобичах опять, она уже порадовалась, что у нее есть внучка. И решение женщины поехать в Лобичи и помолиться может быть связано с традицией дать обеты, которая в этом регионе, в Жемайтии, еще в XX веке была широко распространена.
В Жемайтии эта традиция более тесно связана не с церковью, а с почитанием священных деревьев, особенно сосен, в которых встраивали маленькие часовенки. К таким священным деревьям, но это мог быть и крест, например, люди приходили в критических ситуациях, читали молитвы и просьбы об исцелении, об предохранении от бедствий, приходили сюда и в дни церковных праздников, также во время засухи. Кстати, я сама этими вещами никогда не интересовалась. И когда вот мы ехали в экспедицию в эти края, в Лопичи, там тоже входили наш ареал, я о самих Лопичах, об этом святилище ничего не знала. И тему мнимого святилища в Лопичах во время этой экспедиции мне открыли эти с католической традицией связанные священные места. Когда я спрашивала у людей, а вот нету ли здесь неподалеку таких мест, таких сосен, таких деревьев, они все меня направляли на Лопичи. Вот там есть святилище. И они, когда я спрашивала про эти места, они уже отвечали про это святилище. По-видимому, с камнями связанная современная ритуалистика, почитание камней исходит как из каких-то общих, но неустойчивых новых тенденций, так и из культурного и религиозного опыта каждого человека, из представления о потустороннем мире, на помощь которого человек и обращается. Вот этот источник, это просто один из камней, лежащих в Лопичах. Тему, как сегодня внедряемые интерпретации новообразованных культовых объектов в обсуждаемом случае камней пересекается через решето индивидуального опыта, культурного, религиозного, фольклорного, можно бы было продолжить и от местных жителей, но представителей уже старшего поколения записанные нарративы, в которых выявляется, как старшее поколение, опираясь на фольклорную традицию, переосмысляет ландшафт как историческое наследие, и они принимают вот эту интерпретацию, которую вписывают в ландшафт, но опровергают мистификацию и сакральность камней, которые, по их убеждению, на городищу прилегающем холму были свалены во времена колхозов. А с воспоминаниями возвращается и фольклорная память, в которой все-таки укрепившаяся связь камня с чертом, а не сакральным миром. И люди подчеркивают, что в этих местностях камней было так много, что, собирая их, люди удивлялись, не черт ли их здесь подсыпал. И так что с сакральностью они никак не могут ассоциироваться вот этим людям. И заканчивая, повторюсь, что хотя и не было оснований этномифологическому комплексу Лопичу, как и здесь расположенным камнем и с ним связанным верованием приписывать древнее происхождение, но вследствие мифологизации, мистификации камней, создания ореола древности вокруг этих якобы магической силой обладающих камней, местность получила все-таки известность и притягательность для разных социальных групп. С другой стороны, долговечность, твердость, величественность форм, редкостный опыт, облик камня всегда производили и производят глубокое впечатление на сознание человека.
Такой спектр особенностей, стоящий за камнем, был благоприятной почвой и для интерпретации исторических фактов, и для трансформации традиций. Потому не исключительно, наверное, что современная мифологизация камней как языческих памятников не ограничилась новообразованными языческими святилищами в Лопычах и в Покойне, а распространилась шире. И один из таких памятников языческой мистики сегодня стоит вот небольшом, тоже в одном из небольших городов Литвы, в северной части. Это так называемый святой камень Онишкелиса, к которому приходят для исцеления, надеясь забременеть, чтобы загадать желания. Камень также помогает найти себе спутника или спутницу жизни. Словом, вот в этом случае в одном камне все Лопычи, то есть все святилища. Но заканчивая, только скажу одно предложение, что и вот в этом случае, там, в Йонишкелисе, важно, что и в этом случае тоже подыскивается историческое основание, чтобы мифологизировать это камни и связать как-то с историей, с историческим аспектом. Спасибо за внимание. И извините за мой русский язык. Спасибо большое. С большим удовольствием я послушала этот доклад. Меня удивило, какими разными были два первых доклада. В докладе Янины было очень много, ну как сказать, из ее доклада получилось, что главное Янина с большим удовольствием участвовала в обрядах, к которым вы относитесь скептически и критически, как кажется, из вашего доклада, по крайней мере, отстраненно. Вот я не могу сказать, почему эти две разные позиции, но вот мне бы хотелось, чтобы вы прокомментировали вот эти такие две разные позиции. Это общество неоязычников. Надо выйти как-то. Вот если я захочу там посмотреть, так думаю, что это не будет так просто мне там участвовать как зрителю. Почему? И вот когда я говорила с директором, она только этого туристического центра Тверах, мне только сказала, что там происходит, но она со мной об этом не хотела говорить. Вы постоянно как-то повторяли, по крайней мере, в начале и в конце доклада, что это пытаются обосновать исторически. Вот у нас в Эстонии, например, есть две школы историков. То есть одни консервативные, они как бы сейчас продолжают даже развивать какие-то мифы, да, другие более позитивистски настроенные и объективные, им противостоят. И это довольно такое серьезное противостояние. Но скажите, пожалуйста, у вас тоже есть школа историков, которая поддерживает, например, концепцию Золотого века, идею о том, что на месте городища действительно был замок? Это не идеи историков, а идеи любителей старины, вот местных интеллигентов. И в Тверах все началось с местных интеллигентов, что вот там стоял замок в летописи упомянутого князя Викинтоса. А историки не поддерживают. Кстати, вот все говорят, что они там пустяки, но статей об этом вот и ученых нету. Есть только, сколько я интересовалась и пересматривала, одна статья историка. Все на это так смотрят очень осторожно и даже в дискуссии не очень идет. Но это замысел и создатели этого святилища — это местные интеллигенты.
Скажите, когда, как часто камням приписываются имена? Вот вы говорили про Мокос, и насколько эта традиция развита, какие-то с именами, какие-то без. И второй вопрос, имя Мокос как-то интерпретируется, этимологизируется, объясняется метафорически? Название Мокос – это название богини, женской богини. И с славянской традицией связано. Поясню, как спрашивается, сколько часто есть такие предания, они немногочисленные. И те камни, которые сегодня находятся, еще и можно найти и фотографировать, можно считать на одной руке пальцы. Но это связывается этот камень мок. Например, профессор Кербелите связывает его даже с русским мокош и говорит о плодовитости, о значении его. И так как я тоже немножко затрону, так как эти камни обычно были в реке, в воде, и там женщины клали свои жертвования, чтобы сулаутвику. И это камни, это они жили семьями. Есть камень мок, жена мокиене и мокюкой. Есть один рассказ, как они плыли по реке, это вот в Гутянском районе, в деревне Долнори, по реке плыли, но муж, он первым плыл, он не должен был оглянуться назад, но ему надо было посмотреть, как с женой и как с сыном. Он повернулся, и она, это мокиене, окаменела. Как-то странно. Но слышала, она окаменела. И осталась в воде. Да. И в воде остается именно женщина, этот камень женский. И я бы хотела сказать, что на основе литовского фольклора можно сказать, что такое антропоморфное осмысление только вот это, таких преданиях. Я буду говорить, что больше всего камень приравняется к растению. А вот что, как человек жил, это редко. Но самое важное – это его магические силы. Вы несколько раз упомянули, что наиболее вероятная версия образования вот этих каменных таких набросов на холмах, что в советские времена пилил колхоза, просто очищали поля от камней, да, и развозили. Насколько вы считаете эту версию правдоподобной? Действительно подтверждается стариками? Камни в этой территории и городище, и этого холма, они разброшенные. И, наверное, были камни, которые всегда там стояли. И вот некоторые камни, и вот этот дольмен, например, там точно, вот люди рассказывают, что камни, которые поменьше, они там лошадями возили, а которые большие, возили трактора. И вот там была еще, когда только началась эта идея, арматура видна из этих камней.